Недавно Дмитрий Нагиев опубликовал фото с Жан-Клодом Ван Даммом на яхте. Чем они там будут заниматься вообще вдвоем? От одной мысли в голове реально становится страшно, потому что один человек порви гнева может ударить другого с вертухи в челюсть, а другой, который маньяк телевизионный, постоянно снимается в рекламе с МТС. Кстати, насчет рекламы с МТС. Возможно ли предположить, что рекламный контракт Нагиева и МТС стал чуточку ниже обычной нормы? Так Нагиеву кажется. И поэтому теперь Дмитрий Нагиев пытается показать МТС, что его якобы взял в плен Ван Дамм. Тем самым намекнуть МТС, чтобы они ему подняли гонорар. Я сейчас обращаюсь к простым, к смертным, тех, кто не Нагиевы. Берем большую яхту, сажаем туда Ван Дамма, улепетываем в открытый океан. И там, в общем, вызываем МТС. Говорим: МТС, мы в беде, пожалуйста, помогите, пришлите помощь. Они нам присылают помощь, вертолет, самолеты. Опа, деньги. Берем деньги только за то, что мы смотрим рекламу МТС.